Так, все, начинаем готовить. Так, вот она моя волшебная тетрадка рецептов. Значит, мне нужно воды пол-литра. Блин, надо сейчас в магаз сгоняем с вами. Обязательно. Что-то мне надо было прям срочно. Надо весы отмыть, они в ужаснейшем просто состоянии. Как я довела это до такой жизни? А? Пол-литра воды. Желательно горячей. Наливаем. Значит, этот бокал у нас должен идти 250 грамм. Вот так. Значит, его два стакана. Но он показывает как будто 300 грамм стакан жидкости. Но там же жидкость и разная вот эта. Теперь добавляем сюда 3 яйца. 3 так 3. Вот и яйца заканчиваются. Короче, они очень огромные яйца, поэтому я два сделаю. Хорошо? Никто не против? Двух яиц. Один. Два. Ё-моё, ты попала этого. Всё. Далее у нас идет соль, пол чайной ложки. Чайная ложечка. Ее нужно половина чайной ложки. О, мне надо мелкую соль купить. Ой. Вот, половинка. Теперь идет сахар. 2 чайные ложки. Раз, два. Ну, еще добавлю третью. Может, у меня маленькая чайная ложка. Так, теперь разрыхлитель 1 чайная ложка. Сразу поставлю, чтобы она уже раскалялась. Тут тесто-то быстро делать. Давайте это уберем. Сюда. Это уберем сюда. Тут протрем. И вот сюда положим волшебную тетрадку. Так, что я кинула? Соль, сахар, да? А, это надо включить. Кто не знает, это у меня съемное жилье. У меня пока нет собственного жилья. Да ёшкин кот. О, не потухнет. Не потухнет. Так. На чем мы остановились? На сахаре. Теперь разрыхлите. 1 чайная ложка. Так, берем чайную ложку и сюда. Все. Дальше у нас идет масло растительное 6 столовых ложек. Ну, я вот так на глаз, короче, налила и забыла. Дальше. Мука 6 столовых ложек. Муку я тоже просто так насыплю. А, нет, давайте я сначала там жидкость эту размешаю. Сейчас я эти весы помыть хочу. Помыть принесу, сразу помыла. А то я их сейчас засуну, и они у меня так и будут лежать. А потом я их, когда достану, в следующий раз опять скажу, надо весы помыть. И это будет продолжаться. Сразу увидела, сделала. Так.
Что вам еще рассказать? Мужа у меня нет. Парня у меня нет. За мной бегают нормально так. Короче, четверо это точно. Раз, два, три. Ой, подождите, я уж сама запуталась. Раз, два, три, четыре. Вот четверо, представляете? Но мне ни один не нравится. Ни один не нравится. Еще чуть-чуть добавлю, все. Поет хрень какая-то. Вот с этим все. Так, вот оно мое тесто на блинчики. Все, оно готово. Без единого комочка. Честно. Все. Сейчас я достану поварешку. Сейчас комет принесу. Ой, ё-моё, у меня тут это горит. Всё, хана. Чуть-чуть сейчас капнем. Вообще я вот таким капаю. Оливковым маслом. При вас сейчас первый блин. Надеюсь, он не будет комом. Все. Весь в дырочках, в пупырышках. Так, знаете, в чем дело? Дело в том, что у меня нету досточки. Мне надо поехать забрать. Поэтому я беру просто обычного, как пакетик. Так вожу, и сюда сейчас эти блинчики все буду кидать на пакетик. Он чистый, не переживайте. Не пишите мне потом. Ай-яй-яй. Ну нет у меня такого огромного блюда для этого. С таким диаметром. Видите, с первого раза блин идеальный получается. Пишем рецепт. Пол литра горячей воды, ну как горячей, не такой, чтобы там сварились яйца, но такой прям, больше чем теплый, меньше чем горячий. Пол литра воды, 3 яйца, пол чайной ложки соли, 2 чайные ложки сахара, разрыхлитель у меня была сода, чайная ложка, 6 столовых ложек растительного масла, 6 столовых ложек муки, все, и шикардосные блины. Тут у нас уже творожная масса размораживается. Сейчас я ее выложу, чтобы она еще быстрее разморозилась. Сейчас буду начинять блинчики. Ну, ё-моё, что ты падаешь? Оба. Готово. Следующее. Я не знаю, я этот масло только на один. Блин, делаю. Готовить я буду мало, чтобы это все не пропадала. Берем чайную ложечку и вот так вот, короче, распределяем.
потом вот так вот, вот так вот, вот так вот. Во, какой блин получился. Вот так вот. Вот такие будут у меня блины с творожной массой. Какая-то фигня, блин. Ой. Вот я говорю, они настолько нежные, что с ними нужно аккуратно. Сейчас включу музыку. Другую. Пусть лучше вот это попоет. Лимонад я делала сама, представляете? Вот этот лимонад. Я вам тоже потом рецепт скажу. Очень вкусно. Когда мы хорошо нужно размешивать. Надо побольше ложить творога. Знаю, что встречу тебя с другим. Может, это было бы, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя. А он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, прижимает. Вон, напишет мне уже один жених. Вот он мне вообще не нравится. Такой парень, мужчина, хороший. А может, парень, не знаю. Короче, ему 37 лет. Он был женатым, его жена бросила, представляете, она его бросила, еще и дочка с ним осталась. Блин, блины пипец огромные. Ну что это? Блин, так блин, как укусил-то. Ну и ладно, тут будет. Ты улыбаешься, в сторону я отвожу глаза. Так, мне уже звонят.